Здравствуйте, уважаемые посетители канала. В гостях у нас Тигран. Он кое-что расскажет о своей... Добрый день, уважаемый зритель. Добрый день, наш Геннадий Петрович. Сегодня мы позанимались уже, закончили гравитационной гимнастикой. Удивительный, скажем так, станочек. Все-таки мы уже долго живем, мы можем, нам есть что с чем сравнивать. И мы тоже ходили, допустим, в такие залы и прочее, прочее. Хочу продолжить вашу тематику, которая посвящена вашей жизни, Геннадий Петрович, тематика здоровья. Благодаря вам появились много новых знакомых, которые приобретают у меня наше масло. Масло Тиграна. В таких бутылочках непонятненьких, да, из зелечка Тиграна. Весь механизм построен на восстановление, на регенерацию организма. Очень много людей, у которых, скажем так, просто рухнула система жизнеобеспечения. Они мечутся налево, направо, что делать, как делать. Есть чем похвалиться, поэтому и выступаю. Если бы, как говорится, была бы тишина по поводу отзывов. Но отзывы почему тоже мало пишут люди. Зря не пишите. Надо писать отзывы. Вот так-то, так-то. Помогло, не помогло. Почему не помогло? Ну, основная масса, я общаюсь вживую с этими людьми. Поэтому есть, скажем так, о чем сказать. Да и по себе я это чувствую. Потому что без того же масла, без дозы этого кремния, уже как-то из жизни не складывается. Вы понимаете, что происходит? Я вам историю расскажу интересную. Мне было когда 50 лет, я вот это вот рассказывал. Я только Вадиму Лагрину рассказывал. Теперь расскажу всем. Когда мне было 50 лет, у меня была сердечная тахикардия. И я нагнулся и не мог разогнуться. У меня спина болела. Просто я не знаю как. Ездил на всякие станочки, на растяжение, там прочее, прочее. Ну, ничего не проходило, короче говоря, все хуже и хуже. Но так как тянулся в медицину, пошагово начал принимать все вот эти лекарства. Их назвать, как можно, кстати, как их можно назвать, ваше мнение? Это лекарства, БАДы, что это такое вообще? Ну, назовем их БАДами. Биологически активные добавки с кремнием, там, с солями. Да, сейчас мне 62, получается, идеальное, говорится, самочувствие. 50 было плохо, 62 стало лучше. Это ну как с чем-то, на фоне чего? Связано, да, на фоне чего, с чем связано? А вот на фоне, скажем так, восстановительных процессов организма. Баланс, любимое мое слово, баланс во всем. Баланс в отношениях, баланс в занятиях, баланс в понимании сути. Великая штука баланс. Получается у нас... Кардинальную роль сыграла вот лично в моей жизни вот эти лекарства. Вот утром, когда просыпаешься, думаешь, не дай бог, их бы не было. Вот что действительно делать? Потому что масса людей сейчас по стране задается вопросом, что делать-то? Действительно, что делать? Поэтому еще раз, друзья мои, благодарю тех, кто уже, скажем так, в моей команде... Благодарю за отзывы. Большое вам спасибо. Я очень рад, что вам стало легче жить. И самое главное, хочу поблагодарить нашего Геннадия Петровича, потому что по-хорошему он дал хороший толчок в жизни вот этим БАДом. Зелечку волшебному. Как ни крути, волшебное все-таки зелье. Вот я не знаю, вот это, как начинает вот это нытье про коронавирус. Он, вот человек звонит, говорит, я так страшно переболел. Владимир с Волгограда. Страшно переболел, все так, этим коронавирусом тяжело, начались, там ну, так, ну, так и не восстановились. Вы представляете, до сих пор люди не восстановились. Владимир, вот это зелечко, если было бы рядышком, вот это зелечко, его бы глоть, глазки протирать. Все, и не было бы никакого коронавируса, ну, банально просто. Реклама? Да, реклама, а почему бы и нет? Вы бы не болели, разве плохая эта реклама? Понимаете, вот почему так и хочется вот это, поднять эти вопросы. Сердечно-сосудистая маслечка, да какая там сердечно-сосудистая, да прекратите вы. Какая там сердечно-сосудистая? Маслечки, сидим на маслечке, да, стоит каких-то денег. Но здоровье наверняка стоит тоже каких-то денег. Аптека еще дороже обойдется. Ну про онкологию я молчком молчу, потому что это, вот это средство... Сейчас я испытываю сам личные трудности в плане близких моих людей, онкология заболевших. Так мы вылазим и вылазим. Если бы это масло не было, я не знаю. Сейчас было бы, наверное, оперативное вмешательство, химия. Ну, в течение месяца я бы думал, что мы уже попрощались.
Вы понимаете, насколько революционное средство получилось в плане онкологии? Она переплюнула все возможное и невозможное, скажем так. Да, она длительный процесс будет лечения. Но факт, что человек жив, человек стремится, человек без может... побочных явлений разных. Абсолютно, абсолютно без побочных явлений. Потому что идет в основной своей части, идут метастазы по всем частям организма. В данном случае в кишечнике, в данном случае в печени. Вы понимаете, что это такое? Это вообще катастрофа, если по-хорошему говоря. В мочевом пузыре, мочевой пузырь вообще вываливается, потому что потеряв. Начинаем работать, начинаем принимать, втирать наружно. Да слава тебе, Господи! Вы понимаете, что есть такие вещи. И как об этом не сказать, когда ты уже лично на своей, как говорится, шкуре, ну, не лично на мне, на моих близких, допустим, человеке, это проходишь эту историю не на каком-нибудь там, где-то там, живущем где-то человеке, а вот именно на лично своем, ты понимаете, это какое счастье, когда у тебя это есть. Хочу поделиться еще раз, многократно, друзья мои, что есть такие вещи, долой коронавирус, все это лапша на уши, зелюшка, сердечно-сосудистые, долой, маслечко, онкологию долой, опять маслечко. И опять же, самое лучшее, Геннадий Петрович, мои замечания, лучше профилактически принимать, друзья, не тогда, когда уже, как говорится, горит, хата горит, вот тогда уже паника начнется в организме такая, что не дай бог. Вот такие дела. У вас тоже есть замечания, правда, по маслу? Что я хочу сказать? Я довольно-таки плотно занимаюсь вот этой изодинамической гимнастикой, напряжение колоссальное. Я раньше чувствовал сердце, знаете, буквально такие после нагрузки, все это там такое бывало, чувствуется. Вот я начал вот эту вот штучку принимать, более-менее регулярно ее принимаю. И знаете, совсем другое с сердцем. То есть я его так перестал чувствовать и очень доволен именно вот в плане сердца, в плане восстановления после занятий. Как занятие я выпиваю вот это вот масло и запиваю, балащу во рту, вот этим вот еще. Что касается зелья, я уже его, знаете, использую, ну, ежедневно. В небольших количествах я полощу рот. Дело в том, что оно имеет вяжущий вкус. И вяжущий вкус как раз вот подавляет деятельность разного рода патогенных бактерий в ротовой полости. То есть вот, если бы я раньше знал бы, у меня там никаких ангин не было, и гланды были бы целые, зубы были бы, естественно, тоже целые. Вот, я полощу и выпиваю, полощу и выпиваю. Значит, я тоже очень доволен. Иногда даже я зубы не чищу, просто-напросто полоскал и все. Кстати, у меня сделали, значит, зуб, там долго пломбировали, выдирали там нервы и так далее. И я вот как-то чувствовал, что он что-то не приживется. Наверное, надо будет его удалять. И, значит, он разболелся, и я уже надумал было его удалять. Вот. А жена говорит, кончайте тут удалять, вот я говорю, так, зубов тут нету. Вот, полощи. Чем я полоскал? Я полоскал в основном вот этим вот средством. Полоскал, и более того, чтобы было более длительное воздействие, я брал вот такой, знаете, спунжик, этот диск, вот этот ватный диск. Ватный диск, да. Смачивал его в этом, в зелье Тиграна, и себе так за эту самую поддесну, как раз где вот этот вот больной зуб. И знаете, с каждым разом все меньше, меньше, меньше. Я прям даже на ночь оставлял. Смочу и оставлю. И все, зуб сидит на месте, как ни в чем не бывало. Я очень доволен. Спасибо, Тигран. Можно его использовать и при клизмении в виде этих самых микроклизм. 50-граммовую ружку набираете раз, чтобы она всасывалась. Великолепно. То есть у нас вот как раз не хватает вот этих вот солей, которые имеют вот вяжущий вкус и прекрасно действуют на наш организм, усиливая наш иммунитет. С теми же глазиками была эта самая передача у вас. Очень рекомендую зелье. Поборет практически все, что вы знаете, все эти глазные. Мелочевка. Инфекции. Да, очень мелочевка много. Это конъюнктивиты, там покраснение, сухость глаза. Ну, перечень огромен.
банальное протирание в течение, ну не знаю, ну недели, 10 дней восстановит все, поставит на свои места. Личный мой опыт есть, извините, Геннадий Петрович. Очень был период, очень долго смотрел компьютер. Глаза вот такие, как шары, красные. Сухость возникает. Вот такие шары. Какой-то вот раз, два, и все. Сейчас смотрите компьютер сколько хотите. В нашем случае онкология была непроходимость кишечника. Не может человек в туалет сходить. Вы понимаете, в чем дело? Ну не может, и все, катастрофа. Что делать? Как спасать? То есть опухоль перекрыли. Да, вы представляете? Угу. Махло внутрь само собой. Начали делать микроклизмы. Иногда в день даже по два раза. Вот этим. На 10-й день восстановилось. По сей день. Только 10 раз делали. Не помню, 10-12, ну где-то не больше. 10-12-15 раз в месяц. И больше не делаем. И жив до сих пор. Вы понимаете, наладился стул постепенно. Сначала наладился такими дозами маленькими. Жидкостью, там посыпалась какая-то жидкость, вообще ужас, кошмар. Сейчас вот все нормальненько. Микроклизмы. Понимаете, не клизмы по 2 литра, это самое. Кстати, тут... Микроклизмы не питательные. Да, уважен человек из Волгограда. Он попросил меня спросить Геннадия Петровича. Его сейчас Владимир спрашивает Геннадия Петровича. Геннадий Петрович, Владимир из Волгограда вас спрашивает. Клизму на 2 литра сколько туда добавлять этой упаренной мочи? Ну, чтобы в эту воду налить? Нисколько. Дело в том, что упаренные клизмы, они в основном как идут как микроклизмы. Больше, вот груша 100 грамм, и этого достаточно. То есть они идут сами по себе, ничего туда не добавляют. А если вы хотите промывать очистительные клизмы, они делаются просто... с 2 литрами теплой воды, добавлением соли столовую ложку, либо с добавлением яблочного уксуса, тоже там где-то 1-2 столовые ложки. Примерно вот такие вот пропорции. И они вошли, вышли и все. А как раз с упаренной уриной она начинает там работать по-своему. Она может и полностью сосаться, она может и насосать на себя, сделать позыв на стол. Так что не надо упаренную урину добавлять в воду. Вы можете не обязательно упарить до 1/4, вы можете упарить до 1/2, и тогда у вас, грубо говоря, с 2 литров мочи, которую вы собрали, получится литр. Вот тут она будет действовать как очистительная клизма. Ну и плюс еще по своим каким-то параметрам. А упаренная, так, концентрированный этот самый солевой раствор, кстати, вот он же тоже концентрированный солевой раствор, который уже начинает действовать и отрывающий, ну и плюс еще там какие-то там свои вещества. Ну что, пожелаем вам здоровья, светлых мыслей, нужных видеоканалов. Будьте здоровы и счастливы. Доброго вам здоровья. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.